Буба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Кулбой Ранавей. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Уведомления плюс расписание. Ну что же, друзья, дождались. В общем, сегодня будем на экстриме нормально проходить. Три попытки, если нас... Реально не ссы. Три попытки, если нас не заметили. Родители часто проверяют игрока. Родители бегут на шум через одну секунду. Да, я понимаю, ребят, не челлендж, но надо подготовиться. Надо подготовиться. На самом деле мы уже проходили и на челлендже, и на экстриме, но на самую легкую концовку, которая вообще не интересная. То есть калитка. То есть это не особо-то интересно. А вот чисто когда будут нас проверять, и мы будем постоянно там то все. Так, давай быстренько смотреть. Быстренько тут, конечно, не получится, ребят, потому что они будут нас все равно так и так проверять. Так, надеюсь, лампочка есть. Лампочка есть, реально везет. Найс. Так, что у нас здесь? Гвозди. То есть нам придется, к сожалению, отвертку. Ну, нам так и так маску. Господи. Мясо, мясо нужно, маску, говорю. Так, батя, здорово. Давай глядеть, что у тебя. Болоточек, может, где-то имеется, а? Ничего, нормально, вообще хорошо, замечательно. Так, что, заколку применим, ребят? Возможно, будет сегодня впервые в жизни батарейка там. Ну-ка. Нет, не повезло. Так, тут у нас красный-красный. Батарейка, которая вообще не нужна. Ёшкин кошка. Ну-ка, ну кто так бьет? Пустая горлышко. Так, это я беру. Блин. Это шум из спальни. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Нужно срочно вернуться в комнату. Найс, хорошо, хорошо. Здесь кто-то был. Слушай, у нас много всего, но батарейку, блин, зря я взял вообще. Было бы здорово, если бы снотворное. Наверное, почудилось. Ох, я уж думал, мне крышка. Нормально, нормально, братишка, не переживай. Так, все, сейчас батю будем... Спроваживать. Почта? Батя? Понаберу же по объявлению. Бобик будет сегодня накормлен. Кому я там нужен-то, а? Нифига себе подфартило. Вроде ничего. Угу. Вообще хорошо. Так, надо пойти полить цветы. Понял? Понял, маманя? Все окей. Иди поливай, мы мясо разморозим. Вообще все зашибись будет. Давай, мама, не иди. Главное, чтобы батю не придавило в туалет, блин. Не вовремя. Молоточек есть. Что-то придавило. Батюк. Устроить дымовую завесу. Давай быстрее. Хорошо, все хорошо. Мне кажется, Элли. Я же точно слышала. Дай-ка я проверю другие комнаты. В мою? А я случайно не оставляла эту дверь открытой? Да, оставляла. Я же специально ее закрыла. Блин, мама не умеет. Ну, понятно. Ну да, пора, пора уже как бы проверить, естественно. Так, что нужно нам сделать? Мясо? Так,
Когда ты будешь проверять? А, она пошла еще туда, что ли? Давай, мама, не быстрей, пожалуйста. Учи, учи, я просто зашла. Нам нужны гвозди. Ой, блин, сколько дыма. Уй. Так, ладно, пофиг на гвозди. Надеюсь, не обнаружит их. Да бей ты уже! Стоп. Так, 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 все найс. Надо быстро, пацаны. Мобик, давай. Кушать. Мобик, кушать. За гвоздями надо. В комнату. Фу, хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас нас проверят, пацаны. Так. Я с батя по любасу нас будет проверять. Балбес. Балбес уроки. Нам что нужно, ребята, еще? Нам нужно еще ступеньку одну. Ну, чисто от швабры. И все. Потом будешь пересказывать, что выучил. Погнали. Давай, 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 давай. Все, быстренько, быстренько, пацаны. Найс, хорош. Еще и быстро прошли-то, в принципе. Ну, относительно, конечно, но пойдет. Отлично, на экстриме хоть первый раз, пацаны. Куда это ты собрался? Нет, нужно скорее бежать. Все, быстренько, ладно, нужно давай через это. И прыгать прямо на сено. Чу-винь. Все, найс, ребят, сбежали. Хорош. На экстриме. Ну, 8.26, в принципе, неплохо, а? По-моему, это мой рекорд. Ну что же, друзья, а на этом все. Пока что. Мы попробуем, конечно... На челлендже чуть попозже, я знаю, знаю, ребят. Это будет тяжеловато, но на ПК-версии хотя бы яркость чуть-чуть выше, и это будет хорошо. В общем, ребята, лайкосик, залетай в Телеграм, бай-бай, дорогой братишка.